Знаете что, друзья? Мне стыдно. Мне стыдно за то, что происходит сегодня у нас. Мне очень стыдно. Мне стыдно достаточно давно. У нас сегодня государственная дура решает проблемы детей, у которых уже появились родители. И можете себе представить, знаете, по системе Станиславского, надо войти в ситуацию человека и подумать, что он сейчас чувствует. Маленький ребенок, у которого уже нашлись мама и папа в другой стране, которые готовы за очень большие деньги, которые они готовы выложить из своих карманов, это заработанные деньги. Это, тут, понимаете, такой момент. Кто-то еще говорит, смеет говорить, что этих детей, наших русских, мы не будем продавать. Это государство продает этих детей за огромные деньги людям, которые способны и могут подарить им любовь в своей семье, дать им достойную жизнь. Мы не имеем права больше бить себя в грудь и кричать: «Мы великая страна!» Это надо, друзья мои, заслужить. И за каждого ребенка и за каждого человека, которого пытают сегодня в тюрьмах, мы должны выходить все вместе, здравомыслящие, взрослые люди, которые понимают, где черное, где белое, может быть, где добро и зло. А может быть, пускай Государственная Дума уйдет на пенсию, сядет, почитает какие-нибудь книжки, подумает, наконец, о вечном. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей. За роспуск Госдумы.